В преддверии Всемирного дня борьбы против туберкулеза в международном пресс-центре МКР Медиа прошла конференция. Ученые, врачи и чиновники обсудили проблемы в лечении и профилактике этой болезни. Главное – вовремя выявить туберкулез. Поэтому, говорят медики, нельзя пропускать флюорографию. Еще важнее – стараться вести здоровый образ жизни. Ведь заражаются прежде всего люди с ослабленным иммунитетом. Забота о здоровье гражданина, ответственность за здоровье несет гражданин. Система здравоохранения, участники этой системы, мы помощники в его сохранении, поддержании и решении вопросов, которые связаны с здоровьем проблем. Но насколько ответственно подойдете к профилактическим мероприятиям, как раз в рамках данного вопроса, таков будет и результат.